говорят, это одна большая помойка. Одна большая ебаная вонючая свалка с отходами. Мы все купаемся в этой свалке. Мы привыкли думать, что типа время идет вперед. Мне все время казалось, что на самом деле он бежит назад. И вся твоя жизнь — это всего лишь обратный отчет. Наверное, мой самый большой страх — это не успеть сделать что-то. Вообще все. Янграш — это мои друзья. Нас объединяет далеко не только музыка. Большинство игроков на российской сцене, сосредоточенные на выгоде от своей музыки, ставя личные цели выше создания рейерного стильного продукта. Это не про нас. С ментальностью русского человека это выглядит очень глупо. А мы выглядим очень свежо и круто, так и есть. Любимая еда — это мясо. Рэр. Мы в России любим мясо кушать. У нас традиции в стране за последние несколько десятков лет изменились раза два или три. То есть я когда типа был мелкий, у нас еще не было ничего, ни интернета, ничего. Мы просто бегали с палками, стреляли. Типа это были ружья. И все. Мы занимаемся музлишком в России. Это, конечно, нелегко, но постепенно все более-менее развивается. Это не может не радовать. Размножить над ценником грош, если матрица схожа по сузу прохожими. Знаю вас всех, как облуплены. В тачке прокурены, в стиле проскурено. Делаю хронику, мой дом, улица. Мой сын скроется, как папа крутится. Это все придумал я, существует ли пак, существую ли я. Существует рейргаз, существует игра, да я знаю. Мы еще живем в такое время, мы можем все это делать сейчас и, типа, мы можем это делать сейчас без лейблов и получать фидбэк не меньше. Интернет для меня — это единственный способ давать людям мою музыку. Как от этого можно отказаться? Ну, типа, никак. Люди, которых находит эта музыка, они настолько заперты в этом интернете, что все свои суждения, которые они принимают через эту музыку, они смотрят на них через призму интернета, а не через призму своей собственной жизни, своего опыта, потому что интернет заменил эту жизнь и этот опыт. И это страшно. В той точке, когда человеческое равнодушие достигло просто своего пика. Я думаю, если в ближайшее время ничего не изменится, то нам всем наступит полный пи***. Вот как-то так. Вот в такой точке мы находимся. Я думаю, нам нужно одно единое планетарное государство. Вот тогда начнется веселье самое. А так пока это баловство все. Сейчас люди стали свободнее. Есть интернет, и информация, ее много, и она в достатке. И пользуются. И из-за этого, типа, даже какие-то молодые все чуваки, они гораздо умнее и прошарились. Может, они чего-то не понимают, но тот уровень знаний изначально, который у них есть, в том возрасте, в котором они пребывают, он заранее больше уже. Возможно, они менее приспособлены к обычной жизни, вне интернета и вне социума даже.
основной вектор развития всей культуры. До нас она шла как-то прямо и очень глупо, а мы просто одни из тех, кто направляет ее совершенно в разные стороны, смешивая и синтезируя, делая лучше и лучше. И мы действительно одни из первых, кто начали это делать, и это круто именно в наше время. Вычисляйте мой IP, мониторьте мой ID. Россия большая и меня тут не найти. Летней дымкой на Урале прячусь ветром по степи. Я ступаю, уступаю клауд, утром ранним в камы трю. Не нужен, испаряюсь, как вода, смоком дым. Нужен лаут, нет папира, тору прячу среди равнин. Ролю слив, льняю слима и взрываю с молодым. Россия большая и меня тут не найти.